Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы хотим продемонстрировать вашему вниманию инновационные стельки Гуджэнди компании Чуандзян. И хотим продемонстрировать небольшой опыт со стельками. Для этого нам понадобится модель. Прошу вас. Здравствуйте! Здравствуйте! Пожалуйста, будьте как можно более расслаблены и скрестите руки вот так перед собой, замочком. Я буду нажимать на вас и стараться вывести вас из устойчивого положения. Вы сопротивляетесь. Окей. Вот. Так, а сейчас проведем тот же самый опыт, но с замочком из рук за спиной. Итак, вы расслаблены, а я буду пытаться вывести вас из устойчивого положения. Как видно, мне это удается вполне легко. Следующий опыт, который мы проведем, это, пожалуйста, руки поднимите вверх и расслабьте. Опять же, сопротивляйтесь мне как можно больше, а я буду пытаться вывести вас из устойчивого положения и опустить руки. Итак, последний опыт, который мы проведем, я вас попрошу соединить указательный палец большим, как в виде окей, и буду пытаться разжать эти пальцы. Как видите, у меня это получается очень просто. А сейчас мы проведем с вами те же самые действия и посмотрим, какая будет реакция, когда вы будете в стельках. Итак, после того, как стельки надеты, мы проведем с вами все те же самые действия. Опять же, зажмите ручки в замок. Вот, я попытаюсь вас раскачивать. Давайте повернемся. Проведу те же самые действия. Как видите, наша модель стала намного сильнее. Проведем тот же самый опыт с руками. Итак, поднимите ваши руки, я нажму. Как видите, в этот раз мне это не удается. Так, и последний наш опыт с пальцами. Итак, я попытаюсь разжать ваши пальцы. На самом деле, это намного тяжелее, чем я по себе подумала. Я практически не могу это сделать. Я в принципе не могу это сделать. Итак, вы сами видите разницу. Какую силу я бы не применяла, я не могу изменить положение нашей модели. Но могла это сделать с легкостью, когда на ней не были надеты стельки. С чем же это связано? Для этого немного расскажем вам о стельках компании Чуандзян. Еще раз, название Гуджэнди. Прежде всего, надо сказать, что они получили золотую медаль на выставке изобретений в Гонконге и сертификат соответствия FDA. Международный сертификат FDA является одним из самых престижных и трудных для получения, так как его наличие позволяет компании поставлять лекарственные средства на продукты питания на известные своими высокими требованиями рынок США. Стелька, изготовленная из особого наноматериала, является корректирующим устройством, выпрямляющим позвоночник. На нижней стороне стельки можно увидеть магниты. Чтобы вы, дорогие зрители, смогли их увидеть, мы проведем небольшой опыт с монеткой. Итак, я присоединяю монетку. И смотрим действие магнитов. Как видите, монетка держится. Именно эти магниты укрепляют силу человека. Поэтому данное изделие хорошо подходит людям, которые часто передвигаются или подвергаются большим физическим нагрузкам, много ходят или поднимаются по лестницам. Стелька Чуандзян, они будут чувствовать подъем сил, совершая те же самые действия. В конструкции используется дальнее инфракрасное излучение, а также более 20 тысяч корректирующих точек. Все точки, которые видите на поверхности стельки, соответствуют акупунктурным точкам на поверхности ступни. Поэтому, надевая стельку, вы получаете очень сильный массаж стоп. Также происходит распределение давления и веса тела на ступню. Улучшается равновесие и устойчивость. Главным эффектом от всего вышеперечисленного является выпрямление позвоночника и костей ног. Нам часто встречаются люди с X-образной формой ног или O-образной. Так вот, именно этот дефект стельки Гуджэнди способны исправить. Период реагирования стопы на ношение стельки составляет 3 месяца. Это период, в течение которого вы, возможно, будете испытывать дискомфорт при ношении стелек.
или какие-то неприятные ощущения. Но это связано с закупориванием каналов вашего организма. Сам же лечебный, то есть корректирующий курс ношения составляет 13 месяцев. Даже если вы просто наденете стельки и воспользуетесь ими в течение 3-5 секунд, клетки всего организма начнут активироваться. Вы сразу почувствуете прилив сил, прочистятся меридианы тела, несущие в себе жизненную энергию. Произойдет стимулирование работы всех систем организма и гипофиза. Вот почему мы увидели такую разительную перемену в теле нашей модели. 80% хронических заболеваний происходит от проблем, связанных с костями. Помимо этого, стельки прочищают меридианы организма, тем самым улучшая его общее состояние и предотвращая многие болезни, в том числе замедляя процесс старения и даже продлевая жизнь. Старее люди становятся ниже ростом и часто начинают горбиться со стельками гуджинзи, чуандзянь. Такого происходить не будет. Люди, страдающие бессонницей, могут положить их перед сном под голову. Таким образом будет осуществляться массаж этой части тела. Меридианы также будут прочищаться. Еще одной важной особенностью стелек Гуджинзи является их диагностическая функция. В соответствии с представлениями китайской традиционной медицины, 5 основным органам человека соответствуют 5 различных цветов. И этот цвет после 3 месяцев ношения может проявиться. Если у вас проблемы с сердцем, стельки окрасятся в красный цвет. Проблемы с почками будут означать черный цвет. Проблемы с легкими – белый. Проблемы с печенью и желчным пузырем – стельки станут зелеными. И проблемы с селезенкой – тогда они станут желтыми. Срок носки стелек составляет 50 лет. А по представлениям китайской народной медицины, стопы – это второе сердце. И как мы уделяем внимание сердцу, мы также должны уделять пристальное внимание нашим стопам. И в этом вам могут помочь наши стельки, коррекционные стельки Гуджинзи компании Чуандзянь. Спасибо за внимание и будьте здоровы!